а фрегат парит над водой. Где-то в простирающемся внизу океане есть долгожданная пища. Но где? Тот, кто летает над водой, должен уметь распознавать малейшие признаки добычи. Иначе не выживешь. В 150 километрах от мексиканского побережья зоркий глаз фрегата заметил движение. Парусники, каждый 3 метра длиной, окружают добычу. Они используют ровно столько энергии, сколько нужно для охоты. Ни одного лишнего взмаха плавниками. Около сотни парусников окружили стаю мелкой рыбы. Увидеть столько охотников в одном месте – это большая редкость. Загоняя добычу, парусники поднимают свои огромные спинные плавники. Надо быть осторожным. Плохо рассчитанный удар одного парусника может окончиться серьезным ранением для другого. Но каждый парусник постоянно меняет цвет от синего к черному. Так он предупреждает своих соратников о намерениях и сбивает с толку добычу. Приближаясь к поверхности, стая оказывается в пределах досягаемости морских птиц. В открытом океане мелкой рыбе просто негде спрятаться. Парусники очень активные хищники. Чтобы выжить, они должны питаться каждый день. А это значит, что всю свою жизнь они проводят в движении.